признание о своем теле, типа, ты обязан тоже. Нет, Артха. Преданность — это врата в царство Бхакти. Любовь — это не то, что ты делаешь. Любовь — это чувство, это состояние. Человеку важно очиститься молитвами, аскезами, яги, исполняя священные ритуалы и предписания, практикой йоги, самопознанием, при этом развивая преданность Всевышнему. А преданность тоже очень как-то странно говорит. Каждый человек в своей жизни, он хочет только одного — своим служением доставить радость Всевышнему.